Мы сегодня зашли сюда, зашли, я бы не сказал, что силой, но проявил достаточно жесткое требование. С определенного времени начали происходить процессы, которые сегодня станут предметом служебного расследования. Человек, выдающий себя за собственника, или люди, которые смогли в РИНИ через регистратор, могли что-то зарегистрировать, какие-то квартиры зарегистрировать, объединив их из 30 или 40 метров, превращалась квартира в 300 метров. С сегодняшнего дня здесь дежурит муниципальная варта, и сюда никто не зайдет. До тех пор, пока мы не увидим правоустанавливающие документы на право находиться здесь или проводить работы. Будут срезаны все двери, железные решетки, которые установлены на этажах. Уважаемые одесситы, уважаемые земляки, вот так в нашем городе дается с болью, с боем отстаивание наших интересов, нашей собственности, нашей гордости.